Это было много-много лет назад. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был народ. И народ вроде бы не дурак, и работать умел, и веселиться мастак. Да был у него один недостаток, всего лишь один ум, честь и совесть. Один на всех. Хватал. А в продаже было много колбасы и дешевой водки, речей и докладов вождей, а руки народа меж тем крепко-крепко сжимали красное-красное знамя. И всем жилось хорошо, только вождям было трудно, потому что они за народ и думали, и решали, и на балалайке играли, и пили, и ели, и спали, и почти никогда не умирали. И видя все это, молодежь тоже хотела испытать эти трудности. И для этой цели они один раз в году собирались в лесу у озера. И были они с разных мест, из Курской глубинки, из зараженной Украинки, из городов Великого Петра и не менее Великого Снечкуса. А жили они на прекрасной поляне, где, играя и дурачась, сами того не ведая, предвещали будущие выборы президентов и гремящие гусеницы танков, внезапную кончину после серьезной болезни партии. Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Субтитры сделал DimaTorzok.
Не допущу! Вперед, топать! И прознав про это, ум, честь и совесть воспротивился и послал на поляну своего верного помощника, дабы увлечь и завлечь хоть деньгами, хоть красивыми девушками, но чтоб не хоронили. И объявлен был день великого-великого азарта. Thank you.
пошла, что тебе надо здесь? Если нас поймают, уши надерут, скажи, как тебя зовут? Девочка, 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 самый смак, щечки как алый мак. Девочка, самый кайф, словно переулки, ты вдруг занят был шаг, навстречу шла девчонка. Девчонка самый смак, прелестная улыбка, движение стройных ног, и ты стоял с места, ты сдвинуться не мог. Привет! Девчонка, это сказка, обманчивый мираж, таинственная маска, страстей ажиотаж. Ты рад был стать другом, любимым стать был рад. Но денег нет в кармане, в ответ холодный взгляд. Стоял ты как в тумане, не в силу сделать шаг, пока из глаз не скрылась. Девчонка самый кайф, девчонка самый смак. Поддавшись на посылы верного помощника вождя народа, пройдя все испытания, молодые люди беззаботно веселились на большой и цветущей поляне. Ничто не огорчало праздника. Они еще не знали, что взбешенный ум, честь и совесть послал на поляну самолеты. Сраженные теплым приемом, прошедшим в дружеской обстановке, самолеты перешли на сторону молодых. А озадаченная совесть, озабоченный ум и уставшая честь решили идти до конца. Слушав советы своих бывалых помощников, ум, честь и совесть решил ввести чрезвычайное положение. В лагере стали готовиться к худшему. Thank you.
кружится белый танец надежды. Сквозь простынь тумана нам звезды блестят, и луна мне поможет, и высветит нежно эти ставшие близкими лица ребят. И луна мне поможет, и высветит нежно эти ставшие близкими лица ребят. Вот и кончился праздник, и десна и завершен, и счастливые пары, как символ десная. В этом танце, наверное, я очень смешон. Ну а как отказать вам, я право не знаю. Поете-то вы хорошо, а где красота? Нету красоты. Далее докладчик своей речи сказал, что все это секс, насилие, порнография, и он требует немедленно все это прекратить. В ответ на это парни из Чернобыля заявили, что он еще не видел настоящего секса. Ему снится родная река Кама. Аня! Мой конь заболел у меня! Скажите, как найти междугородний телефон-автомат? О, я покажу. Ты не против, милый? Козел безрогий. Кто-кто? Да ладно уж, ваше беззаконие. Что делать-то? Позавещавшись со своим референтом, решил ум чести и совести сделать по-своему. Ну, то есть не так, как ему советовал референт. Он решил сдаться. Сдаться на милость победителей. Вот и все, старый друг. Попрощаемся. Разъезжаемся, увы, разъезжаемся. Жаль, не будет все как раньше. Стали мы немного старше. В этой жизни все, увы, кончается. Пять дней весна быстро пролетели. Как жаль, что многого мы не успели, но подружиться здесь навеки мы сумели. Спасибо вам за все, мои друзья. Не грусти,
ты, Литва, до свидания. Пожелай счастья нам на прощание. Пусть дождь потихоньку моросит, прогноз год из года таков. Давай все на время забросим во имя диснайских костров. Они разгораются ярче от пламени наших сердец. И кто там чуть слышно заплачет, что встретились мы наконец. И кто там чуть слышно заплачет, что встретились мы наконец. И сказка, что длится неделю, нас снова в Литву позовет, где молодость честно и смело нам песни о правде поет. Давай все на время оставим дела городские и дом, и вместе о дружбе десная негромкую песню споем. И вместе о дружбе десная негромкую песню споем. Костер понемногу погаснет, но отблеск забыть нам нельзя. Какое же все-таки счастье, что рядом со мною друзья. И станет нам близок и дорог закат, уходящий во тьму, и грустным покажется город, когда мы вернемся к нему, и грустным покажется город, когда мы. А еще мне сказать осталось. До свидания, спасибо за внимание. Вот. А может, это еще не конец, потому что, как нам кажется... Тебя нам будет хреново. Вечерами слушать звезды в их обман, поверить просто твой остров родной, он для меня. Прощай, я во все поверю, в то, что скажешь мне ты. Вот и все, что Бог отмерил, мы стоим у черты. Сказка завершилась в ожидании дня. Я скажу, Дисней, это все для меня. Марс, зацепив едва небеса, снял маску с твоего лица. Я помню все слова и глаза, и ночь, у которой нет. Помню ночи, ни рассветы, без поляны, что за лето опять не для меня, словно родник Дисней. У костра послушать звезды в их обман, поверить просто твой остров родной, он для меня. Прощай, я во всем поверю, в то, что скажешь мне ты. Вот и все, что Бог отмерил, мы стоим у черты. Сказка завершилась в ожидании дня.
Я скажу прощай, это не для меня, для меня, не для меня. Но медью на стекле тает цвет, и город где-то ждет нас, пусть мне свечи на столе скажут нет, но я вновь сюда еще вернусь. Вспомнить ночи, дни, рассветы, без поляны, что за лето опять не до меня, словно родник. Прощай, у костра послушать звезды, в их обман поверить просто, твой остров родной, он для меня. Родной, он для меня, прощай. Твой остров родной, он для меня. Я вам напомню, что вы присутствуете на фильме «Старший электрик Кремля». Это такая достаточно жизненная, соцреалистичная мелодрама, которая рассказывает об обыденной истории любви двух молодых, симпатичных людей, наших соотечественников и современников. Ну что ж, давай, пожалуй, и начнем. Итак. Москва. Она хочет замуж, замуж за электрика. Она знает, что путь к сердцу электрика лежит через кабель. А вот и он, главный герой. Главный старший электрик Кремля. Их пути не могли не пересечься в этой истории. Вот она, роковая минута встречи. Новый объект, и девушка вне себя. Кажется, он в мыслях уже ее. Ничего не подозревающий старший электрик продолжает устройство кабелей и клапанов электрической сети Кремлевской стены. Но он уже не сын. И теперь его судьба в руках этой дамы. И взгляды встретились, как две молнии. И произошло невероятное. Вот сейчас пролетится искра от одного органа зрения к другому органу кожи зрения. Боже мой, что же это? Это судьба, удар судьбы помог женщине, простой советской женщине найти свое счастье, и она пытается упаковать его как можно лучше. Вот сейчас. Сейчас она возьмет это московское чудо. Она купила его не в Суме и не в ГУМе. Он был у нее на пути. Так, их путь лежит в далекую Чукотку, где они проведут свои дальнейшие счастливые дни. Спасибо, друзья, спасибо. Эти роли сыграли тоже постановщик и режиссер. Обратите внимание на грим. Потрясающий видеоролик. А теперь угадайте, кто из них сыграл женскую роль. Останови сводки, у нас не так длинно идет звуковая дорожка. Это Чукотка.
И вот ребята прибыли на место, и здесь их ждет много нового и интересного. Здесь стоят кобелей и клапанов. Это страсть впоследствии пересилила страсть к женщине. И кремлевская стена, полностью электрифицированная до каждого кирпича, стала его единственной любовью. Потрясающая работа каскадеров! Дорогие друзья, посмотрите! Здесь, конечно, мы не рискнули выставить главных героев. Это наши каскадеры, группа из нашего малого, маленького, но дружного творческого коллектива. Пора бы поднять Ронского. Уезжай. А девчонка, расстроившись о потере, вернулась в столицу. Вот как было дело дальше. Не начал, и первый никто не отважится подойти и сказать. Как только девушка появилась в поле зрения нашего электрика, он решил не ждать, пока его сколотят со стены, и покончил жизнь самоубийством. Она находит его, пытается поднять, но когда отсутствие пульса стало радикальным, она кончает с собой ударом чемодана по голове. Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Вы посмотрели наш видеоролик. Я хочу представить вам... демонстрации и неформального собрания на платформе «Королева сил».